Всем привет! Вы на канале Best Car. Сегодня я вам расскажу топ-5 моих любимых сборных моделей. Поехали! Пятерку лидеров открывает модель МАЗ-200 с полуприцепом МАЗ-5232 от компании АВД. В наборе есть железные детали, например, кабина, есть резиновые детали, колеса. Когда я ее собирал, не возникло никаких трудностей, была понятная инструкция, материалы хорошие. Для новичка самое то. Цена 3840 рублей. Четвертое место занимает сборная модель виброкаток SD802, также от фирмы АВД. Материалы все такие же, только катки из пластика. Очень хорошо детализированная модель, но новичку будет трудно ее собрать. Цена 2708 рубликов. Тройку лидеров открывает ZL131MTED, советский армейский автомобиль от фирмы ИК. При сборке у меня возникли проблемы с мотором, но это легко было исправить. Модель очень хорошо проработана и детализирована. Цена 3038 рубликов. Серебро забирает немецкий тяжелый полугусеничный грузовик L4500R Multir от фирмы Звезда. Детализация просто на высоте. При желании можно грузовик дополнить своим смыслом. Главное — креативность и мастерство. Цена 1890 рублей. Ну и золото забирает российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» от фирмы Звезда. Очень тяжелая модель в сборке, но черт. Очень интересно. Это очень длинная модель, тяжелая в весе. Детализация нереальная. Мне очень интересно было ее собирать. Цена 2900 рублей. Теперь вы знаете мои топ-5 любимых моделей. Спасибо за внимание. Всем пока.